информативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Дмитрий Нагиев откровенно рассказал о сексе с Ольгой Бузовой. После слитого в сеть интимного компромата на Ольгу Бузову телеведущий подтвердил переписку с женой Дмитрия Тарасова. Ага. Среди тех, кому Ольга Бузова изливала душу после расставания с Тарасовым, оказался главный альфа-самец страны Дмитрий Нагиев. Слитая сеть переписки Ольги Бузовой оказались долгие, задушевные разговоры с телеведущим, в которых она дает коллеге весьма мудрые советы. «Я сегодня в Питер ночью. Спектакли. И в Тверь на физрука. Шли мне фото, видео. Все шли. Пока так. Считай, что я в армию ушел. Спи, гуляй, дрочи. Девиз ближайших 2 недель», пишет Дмитрий Нагиев, страдающий от душевных мух Ольги Бузовой. Какой смешной. Нужно будет запомнить это. Это такая мерзкая история, что прям вот гадко на душе, поделился с лайфом Дмитрий Нагиев. Гадко от того, что есть люди, которым интересно влезать в личную жизнь. Отвратительное чувство. Это не касается Ольги Бузовой, это касается всей жизни. Вот так вот. Если кому-то интересно это смотреть, читать или слушать, то это все внутренняя гадость человека. Полностью с этим соглашаюсь. Мы не настолько близко дружим с Ольгой, чтобы она со мной связывалась. Мы с Ольгой видели раз 5 в жизни, и нас не связывают дружеские отношения. Поверьте, по поводу переписки, то я думаю, что так поступил бы каждый, поддержал человека. Но что касается видео, то до меня они, к счастью или к сожалению, не доходили. Вот и все. На этом и закончим.